предвосхитили экспрессионизм два явных гения, взаимоотношения которых были непростыми. Их дружба – путь от восхищения до отторжения, взаимно творчески обогатившись, разошлись чужими. В обед, однажды встретившись в кафе Парижа «Тамбурин», друг другу в дар художники преподнесли свои полотна. Ван Гог – подсолнухи, Гоген – пейзаж Британии. Сей почин явился эпонимом дружбы живописцев сумасбродных. Прошел уж год. Обжившись в Арле, Ван Гог позвал француза для воплощения идеи по созданию коммуны талантливых, неоцененных художников Союза, в котором каждый рисовал как мог, надеясь на фортуну. В Провансе у Ван Гога Гоген прожил совсем недолго. Скандаля раздраженный француз-голландца обвинял во всем – в отсутствии режима, депрессии, мазне без толку, пытаясь навязать свои законы при бытии вдвоем. Плох ар для него. Здесь пошло, мелко, и пейзажи люди. Он также против друга замысла по части арт-бригады. К тому же у них нет денег. Финал знакомства сюр до жути. Ван Гог отрезал мочку уха, чтобы совладать с досадой. По слухам, ухо обрубил Гоген в их пятом круге ада.